Всех приветствую на нашем канале. Делаем сегодня ребенку для акробатики стойки. Вот такие вот сделали основы. Была у меня доска на 35 толщиной. Распилил ее на кусочки. Кусочки у нас получились 22 на 20 было. Сейчас уже отшкурили. Получилось на 19,5 уже. Изначально был 22 на 20. Второй квадратик такой же. 22 на 20. Сюда вот я уже пометил. Чтобы не перепутать верх с низом. Будем прикручивать пластины. Это сделали рукоятки. 8 на 18. Тоже толщина 35. Все было одна досочка. Осталось у меня кусочек был. Распилили на частички. Все зашкурили, это рукоятки. Далее нашел в остатках трубу. Не знаю сколько диаметр, 2 сантиметра. Распилил ее. Получилось по 19 сантиметров высота. И нашел пластину железную. Толщина, наверное, миллиметра 3-4. Вот это я сделал. Две большие 10 на 10. У нас будет вот сюда идти. На основу прикручиваться. Сделаем дырки, просверлим. Далее приварим трубку. И сверху пластинку тоже. Получилась у меня пластинка 10 на 4,5. Кусочек был небольшой, пришлось поделить, как получится. Сюда как раз приложится к рукоятке. Очень будет удобно. Сейчас мы все это отшкурили, досочки подготовили. Сейчас достанем сварочник, попробуем приварить, сделать стоечки. А далее будем сверлить, прикручивать основу и ручки. Что получится, сниму, покажу. Приварили. Сейчас будем сверлить отверстие. В итоге получились у нас вот такие вот стоечки. Все прикрутил, немножко подкрасил. Все. Используйте такие советы. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще много интересного.